Наезды на пешеходов являются одним из основных видов транспортных происшествий. По данным госавтоинспекции, за 4 месяца текущего года произошло 106 ДТП с наездами на пешеходов. 105 человек получили ранения, четверо погибли. Чаще всего люди оказываются под колесами из-за нарушений правил дорожного движения. А зачастую пешеходы переходят дорогу в неположенном месте. Но в свою очередь и водители транспортных средств нарушают правила движения, не уступают дорогу пешеходам, которые у нас переходят дорогу в положенном месте на пешеходных переходах, а также вблизи их. В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов сотрудники ГИБДД и госавтоинспекции провели профилактический рейд. Пешеходам, водителям и лицам, управляющим средствами индивидуальной мобильности, напомнили о неукоснительном соблюдении правил. Основные нарушения – это что, значит, не спешиваются, необходимо спешиваться, когда пересекают проезжую часть. А также основные нарушения у лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, это, например, самокатами, что они передвигаются на данных, значит, устройствах вдвоем и более, что категорически запрещено. На то оно и называется средство индивидуальной мобильности, что можно только одному человеку использовать данное транспортное средство. Профилактические мероприятия на территории Самары сотрудники ГИБДД проводят регулярно. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Она проходит в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021-2025 годы. Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимно вежливы и доброжелательны. Помните, что нарушение установленных правил часто приводит к трагедии. Не нарушайте, и тогда несчастье не коснется вашего дома. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что водители должны заблаговременно снижать скорость перед пешеходным переходом, а остальные участники дорожного движения не вступать на переход, не убедившись, что их пропускают.